Ребята, а спонсором сегодняшнего ролика является канал Белкмен. У парня реально круто поставлен голос и очень качественный микрофон. На канале практически каждый день выходят новые ролики. Давайте поможем парню и подпишемся, я буду его 74-м подписчиком, а ты можешь стать уже тысячным. Ребята, подписываемся на канал и в комментариях оставляем у него, что мы от Варпача. Посмотрим, сколько человек придет. Давайте поможем парню развиться. И да, ссылочка на его канал будет в описании. Там один остался. Эйс! Я замутил эйс! Я попробую открыть, ну не знаю чем. Давайте попробуем телефоном. Просто вот для интерактивности. Всем привет, народ, с вами Варпач, и это соревновательный режим в Counter-Strike Global Offensive. Вы все просили просто под последним... под последним роликом вы нажали палец вверх, и здесь сделайте так же, ребята. И также вы указали все, что хотите посмотреть соревновательную игру. Пожалуйста, я продемонстрирую вам свой скилл в CS, насколько плохо или хорошо я играю. Судить нужно будет вам. Вот. Сейчас время такое, знаете, когда лето. Кто не в лагерях, тот в КС-ке. Кто-то играет в КС либо Доту. И сейчас полным-полно людей, у которых есть нормальные такие скиллы, я бы сказал. Так, ну, я попробую затащить, ребята. Также не забывайте включать 60 кадров в секунду. Я постараюсь не отвлекаться, сосредоточиться и начать убивать. Все-таки это то, что нам нужно, я так понимаю, да? Окей. Я уверен, что он сейчас... Да я тебя СВП замочу! Сука! Скорострел я беру всегда на начальных этапах, чтобы разъярить своего соперника. Вау, вон оно как, да? Окей, давайте покажем скилл. Так, ну в нас смотрят два дула. Смотрите, сейчас выстрел будет, выстрел. Вот, выстрел, раз. Убил, не убил. Ах, сучка! Ну вы видели, да? Видели? У меня почти получается. Вау, понятно. Здесь же, да, он? Уап. Это, по-моему, единственный человек, который будет разговаривать за сегодня здесь. Так, ну разминки осталось 30 секунд. Ну, надеюсь, немножечко я показал свой скилл. Так, надо еще один выстрел. Вот выстрел был. Выстрел был. Так, оп. Ах, да, конечно. Отлично. Оп. Там в два дула стреляют, и там не сосредоточишься. Вот, все, я убил его. Ну, у меня реакция посильнее, ребят, чем у вас, так что... good game, guys! Ну, типа, всем хорошей игры. Так, почему-то у меня показывает 120 FPS, но, надеюсь, записывает 60. Русский есть, да, я так понимаю? Да. Че, куда идем? Ну, блядь, 2B, 2A, зенит. В итоге 4. Лол. Нет, я в мид не пойду, то что? Это. Окей. Ай, лол! Все петь. Нет, это уже некрасиво у меня получилось. Ну ладно, первый раунд. А это, кстати, обычно перед соревновательным я играю в обычный режим, где расстреливаюсь, пытаюсь как-то, ну, расстреляться, посмотреть, как все работает. Ну, знаете, когда поспал, день прошел, точнее, и ты стреляешь. Блин, не знаю, как вам объяснить-то. Ну, ты пострелял.
Поспал, пострелял, поспал, и снова хочешь пострелять, и у тебя это не получится. Все потому, что прошел целая ночь прошла. Вот о чем я хотел сказать. Ну, соревновательно. Мы проиграли первую игру, это уже плохо, потому что у нас в данный момент нету оружия. Совсем тухляк, надо на эконом режиме играть. Вот ребята на эконом играют. Один только взял себе... Этот скорострелочку взял B1.5. Этот взял себе Desert Eagle. Так, ну что ж, ладно. Бизон. Один лонг. Окей. На Зиге есть кто, нет? Это... О, черт, ну вы серьезно, гайс. Три. Один с петухом. Да как? Заходите через коробку их в спину. Да! Они, короче, еще двое, на, ребят. Аккуратнее прям. Прям двое на... Вон он в этом сидит. Да вы лучше дождитесь, у них-то голова торчит. Ну, это совсем, совсем не понимают. Да уйди ты, не пались, чувак. Ну, застрелит же он тебя. Ну, ёб. Ну, я же сказал, почему он не слушает? Понимаете, иногда в команде не хватает командира. Вот зачем? Зачем? Красавчики. Нормально, ничего, затащим, ребят. Не такие катки вытаскивали, как говорится. А, осколочная, ложная. Что-то в последнее время у меня с голосом. Вроде лето, вроде должен нормально разговаривать, но почему-то не получается. Ладно. Так. Сейчас опять А пойдут же, нет? И только сейчас заметил, что у меня монитор грязный. Это Б, пацаны, это Б. Это да. Б, окей. Я заметил, что у меня монитор грязный, и мне немножечко мешает к выстрелу. Прям к прицелу выстрела. Я попробую сейчас обижать их. Конечно, время уже позднее бегать-то противника. И бомба уже заложена, значит, они уже сидят и дефят Б. Здесь в комнате кто? Понятно. Да, пипец! Нет, это не серьезно. Это не серьезно. У нас должен быть жесткий камбэк. Мне нужно B4-4, иначе с этим надо кончать. Это невозможно. Ну, меня, по крайней мере, выносят как лошка, но я уже в это время убил троих. Давай возьмем это оружие. Говорят. Поверим в себя. Поверим в свои силы, попробуем на ближней дистанции сейчас окатить их дробовичком. Да, отлично, отлично. Отлично. Ладно, немножечко начинает подгорать, но я думаю, мы справимся с этим всем дерьмом. Серьезно, ну это как... Это все дерьмо. Мы здесь вряд ли затащим. Только если что-то не получится собраться у меня, либо еще у кого-нибудь из ребят. Красавчик. Почти. Эх. Пацан замочил. Четверых. Блять, не вытащил бы. Надо что-то делать. Сейчас попробуем. Попробуй через мид. Там АВП по-любому сидит у них. Да, там АВП на миду у них сидит. Хорошо. Бокс пока что чисто. Чемка АВП. А, да, там. Убил. Бомба здесь. АВП лежит, берите, кому надо. Я возьму, хорошо. Бери. А петуха зиму прям заводите? Я не помню, если честно. По-моему, да.
Сейчас изо всех дыр же, сука, полезут. Так, все, сосредоточились. Красавчики. АВП взять кому-нибудь? Да, мне. Окей. Я взял. Кому АВП нужно, ребят? AVP, guys. Тут все русские. Ну, я АВП скинул, кому надо, берите. Все, немножечко сейчас закупились оружием. Надеюсь, нам это как-то поможет. Я буду смотреть шарты. Это Б. Это Б, да, это Б. Двое на базе затарились, убил, все, на базе больше вроде никого. Блин. Ах, сука! Он на миду, да, справа, справа. Синий, да, прям посередине. Красавчик. Камбэк, мадфака! Вот я говорю, нас спасет только камбэк и стволы. Это максимум, что мы через что мы вывезем. Да, такой набор мне сойдет. Попробуем сейчас. Я понимаю, ребят, что ролик получится долгим, порядка 40 минут. Но я постараюсь сильно не затягивать, потому что 40 минут для Ютуба это слишком много. Но вы просили. Гоу, заходим. Они могут с базы смотреть аккуратно. Да, с базы пока что никого не видно. Это Б, это Б. Лонг за дверями стоит. Два. Он же тут где-то должен быть, нет? На Б никто не ставит. Суки! На Б, ребят. На Б один точно. Хорошо. Да, он там. Аккуратно. А Кевка кто у них? 9-1. О, я на первое место вырвался. Неплохо. Красавчики. Вот. Камбэк. Просто реально камбэк. Сосем и камбэк. Оставь себе. Так, чё? Я на А пойду. Я тоже. Они, скорее всего, сейчас через А пойду, потому что они когда через Б начали ходить, они стали проигрывать. Топай, аккуратно. Блин. Там один остался. Эйс! Я замутил эйс! Я всех убил! Оло! Ладно, норм. Я сам охерел. Вы видели это? Вы видели, ребят? Я всех замочил. Кто тут папочка? Кто тут папочка-то, а? Это эйс! Мать его, эйс! Я впервые... Не впервые, мне бачивку дали. Я уже убивал пятерых, но я убил еще раз пятерых. Лол, просто всем жбан пропилил. Это просто скилл. Ну, ребят, я говорю, что я на первых местах обычно держусь в соревновательных. Также хорошо, кстати, играют Лис, Вамп. Не, Вамп, кстати, по-моему, в конец не играет. Гарыч хорошо играет. Играет Кирилл Слеперон. Или он, конечно же. Пацаны, у нас бомба. Окей. Здесь. Флип Смайл, да, рядом с тобой.
Красавчик. Тёмка. Идёт Бэт, блядь, бомбу забирает, а! Да, собрались, ребята, собрались. Давай. У вас получится, я уверен. Уверен, давайте. Давайте, ребята, давайте. Оп. Да, где-то. Вот. Красавчик. Второй, может быть, уже на А побежал. Но не факт. Наверное. Чтобы обмануть систему, смотрите, получается, он берет бомбу, все подумают, что он стоит и ждет, хочет заплентить Б, но получается так, то, что он плентит А, пока один отвлекает их на Б. Вот, это коварный план. Это так и делается, ребятки. А, точно, слышите бомбу? Я вот не слышу. Б, как он так-то прошел? Вот, видите, это вообще двойной обман какой-то получился. Да. Красавчик. Он просто охерел, наверное, от того, что ты ему на голову встал. Вот, видите, немножко у нас получается нормально сосредоточиться, поиграть. Получаем немножечко звездочки. Скар. Нет, пока не будем брать, слишком мало денег. Экипировка, набор сапера. Так вот, нормально. Блин, все деньги потратил, ну ладно. Я думаю, если я вывезу этот раунд, то будет вообще просто по красоте. Я надеюсь, у нас это все получится. Не-не-не, он там за ящиком. Дай гранату кину. Сука, он до сих пор там сидит. Там еще АВП с двери. Я вижу. Красава. АВП надо кому? Надо кому АВП? Ладно, я попробую с ним. Можешь мне дать, если не сложно? Ты где? Вот. Спасибо. Да. Ладно. Все ради друганов. Ну, в смысле, как там, команда же, все дела. Все ради команды. Не жалко ничего ради команды. Все с АВП. Я один с ближним. Отлично, что могу сказать. Это не есть хорошо на самом деле. Если вся команда с АВП, это плохо на самом деле. Может показаться, что даже если все умеют играть с АВП на ближней дистанции, АВП легко выбить. Это Зига, там трое на Зиге. Хорошо. Зига, 10 хп. Да сколько? На Зиге, почти блядь, все. Сука, да сзади! Пидор, блядь! Заебали! Уебал! Пидоры, блядь, пинговщики! Пацана бомбит. О, хорош! Все равно молодец, я в тебя всегда верил. Нас слишком много АВП все взяли. Все с АВП стояли. Да. А теперь денег нет, отлично. Пожировали, да не понажируем больше. Вот так вот надо. Все, гоу. Спасибо. Здоровья. Пум-пум. Видите? Доброта-то приходит. Обратно. Топает кто-то там. Ни хрена. Там два выходят сейчас. Один, чтобы выстрелить. А-а-а!
Сука! Козёль! Puto madre! Ты лучше сейви. Да, у тебя скар сейви. Ладно, я больше не буду жалеть своих противников. На самом деле, все это время я немножечко поддавался им, потому что я не брал себе скар. Я думаю, те, кто следит за тем, как я играю в КС, мне стоит взять только разочек скар, и это вин. Скар это немножко читерное оружие. Я люблю, когда у меня не один прицельный выстрел, а несколько, и пофигу, что не одно попадание нужно для убийства. Я смогу быстрее нанести два выстрела, чем чувак с один с ВП. Ну, у меня будет больше вероятности победить. Ладно, чё. Пускай грач сейвится. Он не застрелил бы их четверых, смысл? Он засейвит свое оружие, и в следующем матче мы можем показать неплохую игру, я думаю. 6-6. Ну что, собрались? Я думаю, у нас получится выиграть. Мы затащим. Как минимум. Все, больше ничего не буду покупать. 50 голды. Попробую выйти сейчас на Б. Потому что постоянно хожу на А. Мне это уж самого надоело. Пацаны, Зига двое. Бомба, Зига. Окей. Okay. А двое, они накоцаны, короче, я двоих прострелил там, ну, через стеночку, так сказать. Ой, лох, блядь, ой, лох! Не, попробую вырубить их. Опачки. Карабок просто вообще. Ребят, я просто сосредоточен. Это же все-таки соревновательное. Красавчик! Красавчики, красавчики. Вообще просто супер. Гайс, молодцы. Так, что у нас там по счету? 16-3-9. В принципе, неплохо, но можно было бы и лучше на самом деле. Так, окей. Я встану сейчас на длинную и буду там охранять. Так, что это? Пистолет. Десерт игл. Мне нравится такой потрепанный. Прям прикольно смотрится. Атмосферненько, как минимум. Живые еще. Ну что, где враг? Где? Где враг? Хоть один. Враги. Зига всем. Зига. Блин, как это случилось? Да как? Все позиции. Как? Охереть! Он с калаша меня в хедшот вынес. Охереть, Кевка просто дебошит у них. Я не знаю, как кто. It's not impossible. Серьезно, вы видели? Просто он меня даже не видел, он стрелял в другую сторону, просто вот так хоп, навел на меня прицел и просто хедшот бум. Да, это у чувака скилл. Ладно. Че, попробуем еще раз. Обменялись, 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 обменялись. Так, что у нас тут? 4А. Молодец, обходи. Сейчас выйдут.
Ой, сори. Коробочка. Сука. У меня брони еще нет. Как он так голову доставит, он мне интересно вообще. Вот тоже не знаю. Просто, блядь, вдали так голову поставил, что я аж нахуй улетел просто. А там Б, да, наверное? Ой, А. Ну, да. Ну, да, конечно. Хорошо. Ладно. Что Russian? Bad. Окей. Пойдем на Б. Ребята, извиняюсь, мне пришлось немножечко отклониться. Все-таки 40 минут времени это тяжело выделить на одну серию. Не то, что, знаете, тяжело. Отходи, отходи. В темный еще один. Ай, там еще двое, короче, со всех сторон. Сзади, сзади, да-да-да-да, там двое еще. Я уже один. Фига всех перестрелял, пацан. Красавчик. Вот, о чем я говорил. А 40 минут времени, это все-таки... Хватит добежать, да. Все-таки, типа, это много... Чтобы уделять одной серии. Надеюсь, все будет нормально. Минуту хватит, да, ему, чтобы добежать через длинную на А. Обмануть систему. Тот, скорее всего, еще сидит на Б. Хотя, может быть... Да, он снизу пойдет, в любом случае. Хотя, может быть, уже и через зигу. Уап! Да, он постоянно как-то так стреляет, но скилл, наверное. Кевка у них реально дебошит. А в этом спору нет. Я надеюсь, в этом я получу 3 звезды. Так, окей, окей. Ай, чё, ладно, бежим, бежим. Я побегу на Б, на, затарюсь в тёмке попробую убить. Посмотрим, насколько хорош мой план. Смотрите, оп, оп, оп. Это сколько, 720 я это сейчас сделал. Заебали уже, блядь. Понятно, один затарился там. Стой, там один сидит в дыме. Там один в дыме сидит. Молодец. Сзади, 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 ребят. Через дым, да, да, да. Сука. Вот я же видел по этому. По карте, что он где-то тут. Посмотрел, но его нигде не было. Это херово, слушайте. Нормально. Пацан перепугался там просто. Там еще на один с мухой сидит. Фига ему патронов хватает. Просто рашит, дебошит. Коробок просто подымается, красавчик. А, он прям с АВП сидит на углу. Ну, сидел, по крайней мере. Это муха. А, муха, да-да-да, по выстрелу. Подбегай, подбегай к нему, подбегай.
30 секунд. Подбегай и сливай его. Кто не успеет, тебя слушать. Вот это да пиздец. Да твою блядь, в пизду нахуй. Всякое бывает в жизни, всякое. Даже такое. Нам нужно затащить. Счет 10-7 в их пользу. Еще 5 раундов, 6 раундов от них и дохерища раундов от нас. Эта игра затянется. Не топайте, не топайте. Мертвым же. Зачем бежать на них, если можно поставить на Б, и чтобы они бежали на нас? Блять, Зига, напуцанный. Пацаны, это Зига. Ладно, втроем попробуем вытащить. Молодцы. Грач рулит, ага, грач тащит, Че, попробуем поставить бомбу? Так, че нам нужно? Б4-4, ладно, я пойду с петушком. Б4-4 мне безопаснее будет. На самом деле, впервые пытаюсь записать что-то... Блю, 7 дней штрафа? Нифига, у них кто-то покинул игру, это круто. 2Б. Вот так вот надо. Они за ящиками могут я сидеть. Я ухожу. Я вышел. Темно, темно, темно. Тема, тема, тема. Темка. Темная. Найс. Нормально, мы должны вытащить. Так, 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 чё у нас? Закупаемся. Нормально. Такой экшоново взял закупочку. Такую вот нормально. Дай пройду. Чувак просто ввозит. 3Б. Окей, окей, окей. А нет, уже 2, уже 2Б. Слишком долго. Я столкнулся со своим же, и мы потеряли время. А, извините, 3. Я кинул флешку. Вали? Посмотрите за темкой. А, ну все. Ни хрена я себе. Ни хрена. Наш сам офигел, да? Да. Так, что у нас? Ну пока я на первом месте держусь, это в принципе неплохо. Ну, как видите, я не... Пацаны, кому бизон, никому, окей, пусть валяется. Я не то чтобы просто говорю словами, да, то, что на первых местах. Я реально держусь на первых местах, но это первую, вторую максимум катку. Третью я уже не могу держаться на первых местах. Я вообще держусь в самом последнем месте. Опачки. Их обойду через щит. Там еще один, аккуратно. Хорошо. Через зигу нету, да? Через главный мид. На шартах там один с петухом. Всех замочил. Вау! Зига, 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 зига.
Прям аккуратно. Прям на землю. Пиздец. А где бомба-то? Бомба валяется, мать его. Красавчик. Все, 4 матча, пацаны, и все, и мы победили. А, нет, 5, 16 же, да? Да. Нормально, победим ща. Губы. Сейчас попробую взять мид, попасть хоть по одному, посмотрим на мою скорость реакции. Один Б, прошу. Чего много так взяли этих? С прострелок, блин, ну два на команду, нормально. Да мы заранее не договаривались. Блять, ебаные! Ну пидоры, ну бесят уже, ну зачем они закидывают, блять? Так, там бомба жива. Кевку убили? Он жив, да? Значит, пойду туда помогать пацану. Нет, пацан не жив уже больше. Нормально. Нормально, говорю! Пацаны, берите только два на команду, там, АВПшера, окей? Черный, блядь, где? Только свеч не он появится. Черный, блядь. Черный играть. Нет, черный, блядь. Ой, все с винтовками встали! Просто все! Выбросили винтовки, я сказал! Бедный мид! Он прям в смоках сидит там. Ну, это ж понятно. Ну, сейчас прям сеется. Где? Его кто-нибудь видит вообще? Вау! Один с темки заходит. Один сложнее. А в Кевка, возьми мою эту скорострелку. В темке, да, один сидит. Блин. Кевка все старается на дальней дистанции херачить. Пацаны, чё? Кто-нибудь знает город Калуга? Слышал? Да, там Гагарин как бы это жил, как бы, да. Я в географии не очень силен. Ребята, извиняюсь, если я сильно молчу, потому что разговаривать 40 минут это немножко утомляет. Пипец, у нас сейчас тут ливень, капец. Прикольно. Прикольно. На Б чувак еще жив. А, понятно. Почему он жив? Что у нас тут есть? Зиги не видать. Они, скорее всего, где-то сейчас по нашей базе будут ходить. Присел, да? Я. Он где-то там, внизу. На миду прям только что спрятался. На базе! Сука, обошел меня. Вот он сразу чухнул, что надо обходить. А я вот не сразу чухнул. Отлично. Теперь он с моей ВП. Обстановка у нас сейчас не очень хорошая. Но нам надо затащить 12-12. Счет уравнивать не нужно. Бывает в жизни огорчение.
Зачем я купил Зевс? Пацаны, дроп, плиз, кто-нибудь, что-нибудь. Понятно. Могу всем. Зевс дать. Ну чё, побежали, да? Я думаю, у нас удастся сделать все по красоте, все правильно. И затащить. На дальней сидит. А на Б в самом, в самой дали сидят, охраняют с винтовкой. Я видел. Вы обходите, ребята. Опа, опа, опа. Понятно. Да как? 13-12 уже. Нет, собрались, собрались, ребята, собрались. Я уверен, у нас получится. Почему не могу купить? Мне прям этого не хватает. Ладно, эконом-режим. Последний эконом-режим в этой игре. Я уверен, у нас получится. Давайте, скилл. Скилл решает. Скилл, скилл сможет. Наверх сможешь забраться? Я смог. Ладно. На петуха. Спасибо. Это же лучше, чем так. Чем ты хоть. Там с ВП стреляют. Бля. Сядь, 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 я залезу сверху. Он сейчас смотрит ваше место. Он думает, что убежали. Он бежит. Надо было бомбу забрать. Сука, это бот был! А, за него играет кто-то, понятно. Синий экзорцист. Да, они тут прям. Ну, блядь, вон он, в дырке, яма, в дырке, яма, в яме, да. Яма, блядь. Остаём позиции, ладно. Нет, я не сдамся. Я не сдамся, ребят. Как говорится, русские не сдаются. Но говорить 40 минут, я подустал маленечко. Ничего. Сейвлю бомбу. Я уверен, что кто-нибудь здесь зайдет. Я буду ждать его. Я могу ждать годами. И потом убить. Нихера ты ему. Интересно, это поможет? Понял. Последний в яме. Зашибись, красава. Ибо нехер! Вот так вот, вот так работает спецназ, понятно? Сначала выжидает на базе, потом идет и убивает просто. Изи. Изёвишно это все делается. Видели, да? Я просто промолчал. Ну, если постоянно говорить, все силы уходят примерно... 1Б. И двое промазали? Двое вообще. Он в тёмку ушел один.
Ну да, один в темку ушел. А, у нас на Б вообще, вообще никого на Б нет, они сейчас через Б к нам зайдут. На базе у нас, на базе прям, сука. Как я мог не попасть, что с моей реакцией? Надо было больше выстрелов делать. Я стараюсь, понимаете, когда я стреляю с ВП, я стараюсь сделать один максимально четкий выстрел, чтобы не стрелять миллионами разных. Красавчики, красавчики, еще два раунда и мы победим. А все начиналось не так хорошо, вспомните, вспомните. Кто пойдет закладывать? Держи бомбу. Один Б, два Б. Один Б. Уже один Б. Все остальные А. Ихняя ошибка то, что они начинают пушить. А, пушить для... Пытается через бокс выйти. Контров это ну, плохо. Одно я стрелил, но про второго не знаю. Я уверен, что сейчас захочет кто-то зайти через А. Один через мидл, по-моему. Окей, понял. Бегает, бегает, стреляет. Все, это бегу. Мой, я мой чувак. Ну не мой. Ладно, не мой, так не мой. Решающий, ребята, мы выиграем 14-16. Мы же выиграем 14-16. У нас получится. У нас получится. Конечно, я побежал. Ебать! Смухи как выдал. Он потом мне убежал, кажется... ты не видел? Да, он, по-моему, убежал. Красава, это тот, кто меня слил. Где пот-то? Он убежал. Сука, вот он бот. Вот, сука. На базе у нас. Аккуратно. Давайте, пацаны, я сейчас плакаю. Возьми оружие. Тут кто там с ножом? Он что-то с ножом. Клопа с кожи сдеру. Бомбу возьмите, она вон там валяется где-то там. На базе. Вон он, да. Красавчик. Есть! 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 Ура! Мы победили, ёп! Ребята, спасибо за игру. Пацаны, 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 мне это не нравится. Да, 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 да. Отлично. Ребята, ребята, как по традиции, мы откроем один кейс откроем. По традиции, как и обещал, как всегда обещал, как всегда обещаю. Оружейный кейс, операция Феникс. Ну, давайте его и откроем. А, где у нас тут он? А, окей. Где? По качеству, по навесне. Открыть. Купить. Идет покупка. Авторизировать. Идет покупка. Окей. Открываем. Ребята, ну что, великий рандом. Я попробую открыть, ну не знаю чем. Давайте попробуем телефоном. Просто вот для интерактивности. 133 рубля, не так уж и жалко, я думаю. SG-553 пульс, ну она у меня есть, ну ладно, будет еще одна. Ребята, всем спасибо за то, что смотрели. Всем реально спасибо. Давайте посмотрим, она у меня что. После полевых испытаний, ну ладно, не страшно. Ребята, реально, всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, ставьте свои комментарии. Если вам нравится посмотреть, как я катаю ММ, то пишите об этом в комментариях. Все, я пошел, пойду заниматься своими делами, пойду смонтирую для вас этот ролик. Всем удачи и всем пока. Не забывайте, что с вами был Варпач.